Всем привет! Мобильный оператор Билайн очередным хитрым способом сообщил об изменениях на архивных тарифах. Речь, разумеется, о повышении цен. Теперь информация о подобных изменениях публикуется не в новостях и даже не в специальном разделе «Актуализация тарифных планов». Скудный текст про изменения опубликован в разделе «Информация для абонентов архивных тарифов», ссылку на который можно найти в разделе «Архивные тарифы». Как оказалось, изменения уже были в июле и в августе 2021 года, но продолжатся и в сентябре. Вот несколько регионов и дат вступления изменений в силу. Московская область с 27 июля 2021 года. Нижегородская, Свердловская и Челябинская область, а также Татарстан с 19 августа 2021 года. Ленинградская, Ярославская и Тульская область с 25 августа 2021 года. Омская, Новосибирская область, Красноярский и Приморский край с 26 августа по 30 сентября 2021 года. В некоторых регионах, например, в Ростовской области и в Краснодарском крае, изменения еще не анонсированы. Стоит отметить, что Билайн обещает абонентам обновленных тарифов новые возможности. Увы, в публикациях не сказано, что это будет. Вполне вероятно, что данная информация будет отправлена абонентам, которых затронут изменения, по СМС. Если вам уже сменили тариф в указанные сроки, напишите об этом в комментариях. А на этом у меня все.